Сегодня, 16 сентября, в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер южный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем по области от 14 до 19 градусов тепла. В Ульяновске плюс 16, плюс 18. В течение дня атмосферное давление будет слабо падать. Коломенский завод приглашает на работу вахтовым методом токарей, фрезеровщиков, слесарей и других рабочих. Телефон 8 496 613 82 62.